Так, это мы с тобой сейчас пересыпем. Корзинку мы отставим. Давай, засыпай сюда. Это уже не первая коробка, которую упаковывает 14-летний Артём. Третий день он трудится в пункте сбора гумпомощи. Работа здесь не останавливается ни на минуту. С утра и до позднего вечера готовят фуру «Доброе дело» к очередному рейсу. Увидел сообщение в группе волонтеров, решил присоединиться к команде. Перетасовываем палеты, разбираем, загружаем, собираем, за водой ездим. Все делаем. Несмотря на юный возраст, мальчик поднимает тяжелые коробки и носит утеплители. Со взрослыми работает на равных. Ну, потому что нужно. Кто, если не мы? В этих коробках результат работы волонтеров, школьников и педагогов со всего округа. Всех тех, кто принял участие в акции «Неделя добрых дел». Все школьники были вовлечены по всему региону, плели сети, расписывали пряники, писали письма. Произошедшая накануне отправки фуры трагедия в Крокус-Сити-Холле не приостановила работу. Бойцы на передовой и мирные жители Донбасса ждут продуктовые наборы, бытовые необходимости и снаряжение. Груз должен быть доставлен по расписанию. Мы на постоянной основе помогаем и не собираемся останавливать. Волонтеры все вовлечены, все жители вовлечены, все скорбят, но мы должны вести эту помощь нашим ребятам, чтобы приблизить победу. Не только сладости, письма и маскировочные сети, но и газовые баллоны, автомобильные антенны, рации, утеплители и инструменты. Фура загружена и уже в пути. Олеся Лукина, Артём Ломоносов, телекомпания «Одинцова».